Здравствуйте! Сегодня мы с вами отправляемся на берега Камы, в Нижнекамск, на стадион «Нефтехимика», где «Нефтехимик» принимает махачкалинское «Динамо». Это заключительная игра 27-го тура МЛБ первой лиги. Ну и сегодня, в случае победы, динамовцы Махачкалы могут забраться на вершину лучшей лиги мира. Ну и отмечу, да, что в запасе, во-первых, сегодня остался Давид Волк, бывший на протяжении всего сезона основным голкипером. Сегодня Тимур Магомедов в стартовом составе. Ну, в общем, это уже не первая игра. Длинная передача вперед. И здесь борется за мяч Раджаб Магомедов. Дальше передача от Глушкова. И вот так навязывает борьбу активный Гермазов. Как только появляется пространство, он подключается к атакам. Более того, подает штрафную площадь и подает удачно. А может быть, мы увидим розыгрыш. Там на линии штрафной площади Сидиков. Да, и вот к нему мяч приходит. Удар поворотом выше. Динамо сейчас в атаке. Передача проходит от Касентуры. И вот он удар. И классный сейв Андрея Голубя, но добивание. И это Эгаш. Эгаш Касентура открывает счет на 40-й минуте. 1-0. Динамо Махачкала выходит вперед. Здесь орудуют. Посмотрите, как Сердеров. Передача, удар поворотом, еще добивание и гол. Вот так вот. Второй мяч забивает махачкалинская Динамо. И это Темиркан Сундуков. 2-0. Динамо Махачкала выходит вперед. Похожие голы. Но отбор удачный за махачкалинцами. И вот он. Эгаш Касентура. Фол против него, красная карточка, и в меньшинстве остается «Нефтехимик», удален Алексей Берников. Вот такое начало второго тайма для команды Кирилла Новикова. До сегодняшней игры. Сентура. Классная передача, удар, 3-0. Эгаш Касентура, ты мой новый герой. Тебя я точно знаю. Классная игра 11 номера. Навес штрафную площадь. Не удалось добраться до мяча Сердера. Сердерову звучит финальный свисток. 3-0. Уверенная победа махачкалинского «Динамо», которая выходит на первое место в турнирной таблице.